В субботу температура понизится до 9 градусов мороза. В ночь на воскресенье будет еще холоднее, до минус 11. Днем атмосферный фронт принесет с собой осадки в виде мокрого снега и мороси. Температура воздуха будет в пределах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. 8 марта ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег. Еще сохранятся порывы ветра до 15 метров в секунду. И температура воздуха составит 1,6 градусов мороза. Днем осадков будет меньше. Температура окажется в пределах от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Гидрологическая обстановка на реках сохранится в пределах нормы.